Всем добрый день, вы на канале Сад Александры. Итак, почему я пропала? Потому что в саду работы очень много, трава растет быстрее, чем я успеваю с ней бороться. То у нас ветер, то шквалистый ливень идет, вот этот вот, который просто сносит все, приминает, ломает, выламывает. Я когда начала нормировать большие гортензии в больших горшках, прошел такой шквалистый ветер с ливнем, что у меня повыламывало еще побеги. И, в общем, такая себе нормировка получилась. Видите, я тут как стала бороться с перегревом горшков. Траву подкидываю, да, она сейчас, конечно, просела, надо еще подкидать, чтобы вот, знаете, борта закрыть, потому что у нас тут солнце вот так стоит. Целый день на них светит. И когда температура 40 градусов, у нас гортензия очень плохо чувствует. Но это еще ладно в больших горшках, а вот то, что в маленьких, они сохнут в момент. Так что надо скорее-скорее переваливать. Набирают вот уже бутончики. Это у меня Limelight. Silver Dollar. Грандифлора вот уже начинает расцветать. Ливана вот как-то в этом году все время вот у нее повисли листы. Но при этом она пьет очень, в смысле, она напоена достаточно. Еще хочу отметить, что в этом году, не знаю, как у других, но у меня в этом году какие-то низкие гортензии. Обычно они вымахивают огромными. То ли, может, то, что быстро жара наступила, они не успели вытянуться, то ли что. Кормить-то я их так не сильно не перекармливаю, подкармливаю, да. Но нет такого. Дендрогорон вот весь развалился, надо его подвязать. Красавчик мой. Смотрите, какое соцветие. В общем, сидите потихонечку, да. Что-то вот у меня погибло, к сожалению. Вымокло. Не уследила я. Пузыреплодники тут у меня. Вот. Цвет набираю, да? Это у нас Little Love. Будет цвести скоро уже. Вот-вот прям. На бутонах. Тут, видите, трава, которую успеваешь только бороться. Много уже, что на бутонах. Прям радует. Вот, древовидная расцвела. Это Candy Bubble Gum. Красавица. Все более-менее, да. Вот хотела вам показать красоточку эту. Смотрите. Так, это у нас туда что? Так, Early Sensation. Вот такая вот красотка. Ой! Какой интересный, необычной расцветки. Кто это, интересно, да? Вот, так что, вот. Вот мои собаки, коты, видите, что творят? Рассадила я тут своих малышей. Вон, что они делают. Выламывают ветки. Сейчас надо будет подсыпать. Выламывают ветки и... Вон что творят. Переворачивают горшки. Собака мне тут вообще додумалась, наступила мне на горшок. Это вот малышню я свою рассадила. Косила траву буквально неделю назад. Вот вообще не видно, что я косила. Здесь у меня красавица Москвы. Но она не цвела еще ни разу, поэтому, надеюсь, не пересорт. Тут вот у меня маленькие мои саженцы. Спирейка Криспа. Тут то, что совсем махонькое. Вигела такая шоколадная. Ой, смотрите, Криспа зацвела. Милашка. Вигела, всякие спирейки у меня тут стоят. Вот, в саду здесь наводил порядок. Полистарчик, видите, вон расцвела. А невяник, вообще не знаю, что... Может быть, он уже отцвел, конечно, надо его срезать. Вот даже видите, Геркулес и Вимсред маленькие. Вообще в этом году маленькие. Ничего не могу понять.
Там у меня туя сгорела. Ну, кстати, она молодец, сама отходит. Я вон там сухой сидела, секатором подрезала. У меня получается вот ровно до половины все вот почему-то сгорело. Высохло, не знаю, вот спереди крис. Посмотрите, как вытянулось. Тут у меня заборчик стоит от собак, но они, хулиганы, все равно туда залазят. Здесь я вчера порядок наводила. Вот это я вот пузыреплодник дьявола пытаюсь в порядок привести, постричь. Но еще хочу загнуть вот на череночки нижние стволики. И остальное вот постригу. Начала его вот стричь. Там у меня сирень сидит. Не помню название. Вот дёрен сидит один. Тут шарабана. Вот, но она, знаете, какая-то вся розовая, здесь белого нет. Это вот то, что она выцвела, а вот другая цветет половина так, половина так. Здесь вот флокс шаловидный вот я сажала. Кстати, более-менее тут-тут-ту пошел. Ну, не знаю, как-то все в этом году очень низко, хотя я удобряла. Не знаю, что происходит. Просто не могу понять, что мне делать с этим, да? Вот, видите, травы сколько, и не видно. Не видно вообще ничего. Так вот стройными рядами стоят мои красоточки. Поливаю несколько раз в день. Надо вот, наверное, все-таки собраться да покормить их. Но, честно говоря, с этой травой вообще не успеваешь. Такие маленькие пузыреплоднички самосевы. Вот, я уже на улице высадила. Хочу сделать живую изгородь из них, чтобы оградить от топтания клумбы. Вот, а клумбу я на улице сажала и мульчирую травой просто, и все. Вот, ну, такой вот, знаете, небольшой обзорчик, куда я пропала. Небольшое деление своими мыслями. Напишите, как у вас. У вас гортензии в этом году такие же высокие, как и всегда? Или у вас они тоже как-то низко? У меня даже вот в грунте ванила фрайс и фантом сидят вообще коротыши-малыши. Ничего не могу понять. И черенкование зеленое. Древесное у меня ничего не получилось. У меня все погибло, все 7 метров древесного черенка ничего не пошло. Все выкинуло. Столько труда. Я не знаю, что случилось, почему не пошло. Поставила зеленое, но не знаю, сейчас такая жара, что он просто вянет. Он не успевает даже схватиться. Так что не знаю, получится у меня вообще в этом году что-то или нет. Решила просто хотя бы не размножать, да, а хотя бы поддерживать то, что у меня есть, заботиться об этом и ухаживать, подкармливать. Вот надо обработать. Надо сначала подкислить и на следующий день покормлю обязательно. Вот ливану не знаю, что ей надо. Вот всегда вот такие вот повислые листья. Ума не приложу. Притом вот и кончики стоят. Вы знаете, я со своими знакомыми, тоже подружками, кто помешан на цветах, общаюсь, говорит, ой, нет, говорит, этот год очень странный, високосный год, говорит, не зря, говорит, ну все, говорит, как-то шло, когда шло, все по накатанной, да, а тут этот год вообще все происходит очень необъяснимо. Необъяснимо и непонятно, что делаешь не так. Я уже свой череночник и фундазолом пролила, когда я древесный черенок выкинула, да. А потом, что я еще делала? Фитоспорином пролила. Потом, когда черенковала зеленые, в хом замачивала их, да. А перед тем, как ставить на черенковать, нарезала череночки, и в хоме они у меня растворе лежали. Потом посадила, смотрю, они начали вянуть. Давай, думаю, свитчем обработаю. Вот вы знаете, уже не знаешь, чем обработать. Уже не знаешь, почему что не так.
Так что вот такой вот год какой-то. Надеюсь, он продлится. Для нас все-таки хорошо закончится, да? Все-таки у нас будут какие-то с вами результаты, да? И даже вот кусты, которые вот у меня были большие, у меня погибли. Причину понять не могу, но я могу сказать вам одно, что мне с питомника я заказывала граундбейкер, мне прислали его спящим. Распаковка была, да, вроде зеленые почки были, но она потом начала загибаться. Просто. Вот я не знаю, вам говорила или нет, но вот когда стволик царапаешь, он такой, знаете, болотного цвета. Стволик не салатовый такой, да, корочка вот эта вот, нежная серединка, а такого болотного цвета и запах гнили. Запах гнили. И вот мои гортензии, вот видите, мегаминди погибла, не вышла. Все, я уже ею чем только не поливала. Везувию. И что-то еще у меня здесь было. Они все были живые, когда я их черенковала. Так, вот здесь. Angel Blush, да? Тоже. Вот это интересно, что такое? Гортензия, что ли? Оставлю пока. Панателла. У меня в этом году просто колоссальный выпад того, что как бы хорошо. Вот то, что мне еще, знаете, заметила. Я извиняюсь, может, сумбурно рассказывала, но что заметила? Что то, что я заказывала осенью с питомника, у меня очень много из этого выпало. Очень много. Вот просто они вот все такие. Они пошли, а потом хоп, и загнулись. Причину понять не могу пока что. Может быть, вы подскажете. Но я их не перекармливала, ничего. То есть у меня Garden Light, Lemon Light погиб. Вот то, что, кстати, с Екатеринбурга заказывал, у меня там почти все погибло, ничего не выжило. Очень, знаете, печально, что столько сил, столько стараний, и не знаешь, что ты делаешь не так. Вроде делаешь как обычно, а в этом году, видимо, не все как обычно. Вот смотрите, Sunlight, да? Такая хорошая была. Я уже ее постригла, все, но вроде пошла. Но, знаете, сидела вот такие вот росточки, и все, что ей надо. Но перекармливать их тоже нельзя. Не могу понять, не могу. Давайте делитесь своим опытом. Рассказывайте, что у вас, как у вас. Потому что стволики, смотрите, ну прям жирные, ну хорошие. Ну прям просто очень классные. Металлика. Вот у меня одна погибла. Благо второй куст есть. И саженцы металлики не растут. Я их начеренковала. Они у меня вообще еле-еле растут. Они мало того, что в том году сидели. Лескову тоже говорили, что в том году металлика не росла, и всех, кому они обещали прислать, они прислали в этом году должны были прислать. Но не знаю, у меня в этом году она тоже не мычит. Не знаю, вот как-то не могу пока понять, что не так. Грунт хороший. Сейчас я буду еще раз подкислять. Ну да, я их давно не кормила, но не в этом же дело, я думаю. Не в подкормке. Так что вот хотела, видите, вам заснять видео, рассказать немножко, поделиться своими мыслями, потому что, ну, я пока в тупике, честно говоря. Ставила вот зеленое черенкование, и, честно говоря, хочется успеха в плане того, что столько сил на это все тратится, и времени. Я же тоже работаю, у меня есть семья. И просто столько времени я до ночи сидела, черенковала. Ну, не знаю, правда не знаю. Ладно, всем спасибо. До скорой встречи. Пока-пока.